хочу сказать, в какой момент ко мне пришло осознание, когда эта существующая система превратила меня, простого рядового гражданина, живущего своей обычной повседневной обывательской жизнью, в человека с активной гражданской позицией. Этому, естественно, послужили изменения вокруг меня, когда последние 2 года я столкнулась с великой несправедливостью, которой подверглись мои коллеги, и в этом году и я сама. Когда на мое обращение, что я социально незащищенный слой населения, что я единственный кормилец в семье, что у меня на иждивении пожилая мама, сын, которому нужна такая дорогостоящая реабилитация для поддержания ремиссии, руководство, нисколько не стесняясь выражения, нисколько не облегая свои слова в какую-то благозвучную форму, прямым текстом, так в лицо, уничтожительно так мне выдало: вы нам больше не нужны, мы вас больше не нуждаемся, это ваши проблемы, ищите работу. До конца года мы вас переводим на ниже оплачиваемую работу, а потом вас ждет сокращение. И в этот момент я поняла, какого дна мы достигли. Я поняла, почему у нас в стране заживо целыми семьями горят дети, почему взрываются города, почему полицейские вместо того, чтобы нас защищать, нас убивают, угрожают изнасилованием, почему по суициду мы, Казахстан, занимаем 1-е место в Центральной Азии. Потому что эта система полностью сгнила. Эта система не имеет больше права на существование. Она должна закончиться. И я должна об этом не только говорить, я должна об этом кричать. Об этом надо бить в набат. Я не должна этого бояться, потому что я имею на это полное право. Я народ, я власть. В Конституции прописано: единственным источником государственной власти является народ. А президент и парламент – это наши представители во власти, которым мы доверили свою страну, которым мы доверили своей жизни, которым мы платим заработную плату за их труд. На данный момент я вижу, что они не справились с возложенными на них обязанностями. Более того, они используют все государственные ресурсы, чтобы я навсегда забыла об этом, что власть в Республике Казахстан никому не позволена присваивать. 22 марта я полдня провела в полицейском участке только потому, что заступилась за человека. На мужчину напало 10 человек в полицейской форме, потому что в его руках был сувенирный флажок Казахстана. Потом они мне объяснили, что сувенирный флаг Казахстана, синий шар, они теперь вне закона. Хочу сказать, что все действия полицейских на тот момент были противоправными. Все было с нарушением моих конституционных прав, с нарушением всех существующих процессуальных норм. Затем, 9 июня, я хотела на площади Абая Кунанбаева прочитать его стихотворение «О казахи мои, мой бедный народ, мой любимый народ». И что с тех пор, как казахи были угнетены, вот я хотела сказать этим стихотворением, что как казахи мы были угнетены, больше века прошло, мы до сих пор угнетены. С этими выборами нас, людей, всех отмели в сторону, на нас всех поставили крест. Но и что вы думаете, я не успела рта раскрыть, на меня опять напали полицейские, захватили в участок, и там я опять полдня провела. Я просто хочу сказать, весь мир читает Абая, а мне нельзя. Удивительно. Люди во власти, которые дают такие антиконституционные приказы, это не те люди, которых я хотела бы видеть во главе своего государства. В моих глазах сейчас, на данный момент, власть узурпирована. В стране пышным цветом цветет коррупция. Успешным считается человек, умеющий как можно ниже прогнуться под существующую власть, забыв о своем достоинстве и всех человеческих качествах. Из-за вас в такой богатой стране мы, народ, находимся в таком бедственном положении. Из-за вас работодатели кричат нам: вы нам не нужны, вы уволены, вы сокращены, поэтому полицейские бесчинствуют.
потому что знают, что это узурпированная власть на их стороне. Поэтому я, как представитель народа, единственного источника государственной власти, согласно действующей конституции, требую увольнения не справившихся со своими должностными обязанностями президента и парламента.